День рождения нашей страны, важный государственный праздник, отметили россияне на минувших больших выходных. В Славянском районе в его честь было запланировано много мероприятий, и о самых основных из них мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Центральным официальным мероприятием празднования Дня России можно назвать митинг, который прошел на Театральной площади 12 июня. Цвета российского триколора украсили вход в городской дом культуры, перед которым собрались на праздничный митинг активисты общественных организаций района и школьники города. Особо торжественно в этот день всегда проходит поднятие государственного флага Российской Федерации. Каждый год эта почетная миссия возлагается на молодых людей, которые своими достижениями в учебе, спорте или искусстве показывают пример сверстникам. В этом году такой чести были удостоены Анжелика Горькуша, победитель всероссийских конкурсов и призер всемирных олимпиад, а также Артем Олейник, воспитанник отделения тхэквондо станицы Петровской, обладатель всероссийских наград и призер краевых соревнований. Со словами поздравления к собравшимся обратился глава Славянского городского поселения Александр Берсенев. Сегодня мы чествуем нашу родину. Мы, жители нашего города и Славянского района, являемся частью всей России. Своим трудом, своим умением мы прославляем нашу малую родину, которая является частью всей России. Разрешите мне поздравить вас с Днем России, пожелать вам мира, добра, чистого неба, всего доброго и удачи. Праздник тогда становится праздником, когда приобретает свои традиции. В День России в Славянском районе традиционно проводят торжественную церемонию вручения паспортов. Юношам и девушкам, которым пришло время получать главный документ гражданина России, паспорта вручил начальник отдела по вопросам миграции по Славянскому району Олег Ступишин и глава города Александр Берсенев. Приятным дополнением стало вручение недавно изданной книги о Славянском районе. Песни о родине, о любви к своей стране в исполнении вокалистов городского дома культуры, а также вокального ансамбля «Комплимент» завершили праздничное мероприятие. Мария Климова, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».